Для того, чтобы сделать пельмени, нам сначала нужно с вами сделать тесто. В тесто нужно с первым делом положить муку. Видите, весь извозюкался, пока ложил муку. Это вот у нас сейчас в тазике мука. Я знаю еще, паукан-ураган, что нам еще помимо муки в тесто, чтобы получилось, нужно добавить яйцо. Сейчас я его разобью. Так, а еще нам нужна будет соль обязательно туда. Да. Пол чайной ложки, точно. А еще потребуется растительное масло. Точно, я знаю. Я это делал уже. И еще понадобится вода, я знаю. Я как раз с собой бутылек захватил. Да, паукан? Да, все верно. А теперь мы это все смешаем и перемешаем. Халк, ты же поможешь мне это все сбить и перемешать? Да, поехали, начинаем процесс.